просто, у меня дома столько пижамы, ты б знала. Надо к тебе приехать, чтобы себе. Ну, вся большая. Ну, если с брюками смотреть. Ну да, посмотри. Но они вот все подобные, типа Вика черная мерила. Потому что вообще. Зачем столько? Зачем брюки? Вот. Зачем брюки? Ну хотя можно было попробовать, может быть, будет брюки красиво смотреть. Они прилипают, магнетятся. Ну, как раз. Антистатик, ну, он сильно прилипает, и, ну, короче, не знаю, я утром померила, думала, брюки от них взять, но потом думала, типа, хватит. Вот. Да, поменяй. Давай более динамики, побольше, ну, чтобы движений побольше было. Давай примялся к нему. Я думаю, что у тебя растяжки пройдут, если ты будешь щеткой делать. Щеткой. Щеткой? Ну, обтирание. Растяжки уйдут. А, растяжки. Растяжка, ног. Ну, я так себе растяжки брала. Ну, просто их брала, ну, сразу, как они тебе появились, либо через годы. Ну, я не думаю, что это прям сильно имеет значение. Ну, тем не менее, я их убрала. Но у меня сейчас на попе есть еще. Но не так сильно видно. Но я темненькая, но мне сильно видно было. Но у меня просто они прям были стрёмные. Они их видно, знаешь, на солнце. Ну, то есть, при дневном свете. То есть, там хорошо их видно. То есть, я думаю, что они мне, конечно, не но все равно. Знаешь, как ляг еще раз. Ляг и одну ножку согни, вторую выпрями. Посмотри на меня.